Очень странный фильм. Его невозможно понять, если не знать биографии людей, написавших сценарий. Оба автора родились в 1922 году, а потом долго сидели в советских концлагерях. Позднее были реабилитированы. Точка события фильма происходит в 1920 году. Идет гражданская война в России, но Красная армия воюет уже на юге Украины и готовится штурмовать Крым. В фильме происходят те же события, которые, как бы, лежат в основе кино «Новые приключения неуловимых». Этот фильм, который снят в том же 1968 году на том же Мосфильме. Но где больше правды, та же Красная армия, те же белые и те же махновцы. Но как по-разному видели мир люди, которые не видели той страшной войны. Как по-разному выглядят судьбы людей в сценарии, написанном советскими отсидентами Думским и Фридом, и в киносценарии молодого члена Компартии Советского Союза Кеосаяна и его соавтора Макарова.